Знаете, что сегодня сегодня я я я хочу сегодня проповедовать. Знаете, есть есть разные моменты. Есть, когда мы делимся своими там переживаниями, своими какими-то или там учения. Знаете, чтобы кто-то э, взял что-то для себя какой-то урок и как говорится э, продолжал жить или у тебя вопросы э, в, тво, в твоей жизни и ты как бы получаешь ответ и как бы продолжаешь жить. Но но я прошу Бога сегодня серьезно. Я не знаю, у меня за последний, наверное, месяц, может быть, э, произошли некоторые изменения именно в, во взгляде. Знаете, после того, когда я действительно попросил у Бога, открой мне свое сердце, знаете, что у тебя на сердце, вообще, вообще смысл, смысл жизни именно со взгляда Бога, понимаете, со взгляда вечности, посмотреть просто на жизнь и, пони, и, и просто попросить Бог вообще открой мне, в чем смысл. И, и я скажу, понимаете, начались, начали, на, Бог, Бог, начали, когда мы просим Бога, я я вас спрошу, Бог всегда, Он с искренним поступает искренно. Если ты действительно э, задаешь Богу честные вопросы, просто потом от тебя зависит это просто услышать то, что Он тебе говорит услышать иногда мы знаете мы настолько э, бежим мы, 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 мы настолько или даже вот в молитве молитва это очень сильный момент в жизни тоже настоящего христианина но также приходит тот момент когда ты должен послушать тишину ты должен послушать этот голос изнутри который просто тебя будет учить поэтому это еще один такой момент, знаете, э, очень важно быть, чтобы были моменты, когда тишина. И я, прош, и я же говорю, вот сегодня я просто хочу, я хочу проповедовать, я хочу просто, чтобы мы, понимаете, мы, мы после, после этой темы, и я самый первый, мы что-то встали и сделали. Понимаете, чтобы мы просто, э, уже, ну, знаете, уже надоело просто, понимаете, сидеть, надоело просто видеть, э, понимаете, э, стулья возить туда сюда хочется просто знаете что хочется увидеть каких- то изменений и именно не изменений там просто в себе а я хочу увидеть изменения я хочу увидеть судьбы людей которые трансформируются не надоело ли вам понимаете наблюдать эту картину люди приходят уходят люди люди попадают люди выпадают люди начинают ссориться друг с другом люди начинают заводиться начинаются какие-то обиды непонимания поймите это я получил на это ответ просто что это просто из за того что мы сидим и бездейственны мы понимаете там за стенами этого зала понимаете люди люди которые живут в аду понимаете, и, и, и которые просто нуждаются в церкви нуждаются в тех людях, которые действительно знают Бога, и мы, а мы просто, может быть, иногда просто закрываемся, и нам здесь хорошо. Мы говорим, Иисус, нам здесь так классно, эти три, давай построим здесь три кущи, знаете, давайте мы будем просто здесь просто балдеть и наслаждаться этой всей славой. Но Иисус говорит, но, ребята, не, не в этом смысл, не в этом вообще смысл, не в этом мое сердце, мое сердце явить царство. И вот я же говорю, я хочу в первую очередь для себя, и я уже сделал некоторые шаги, я уже, я уже знаете, много чего даже в моем понимании изменилось именно по отношению, по отношению к Богу. Поймите меня правильно, не то, что я сейчас говорю, все, не надо, не надо искать его присутствие, это все ерунда, но... Это, это наоборот, это заряд для церкви, это, это оружие, как я сказал, это молитвы, поклонение, движение Духа Святого, я очень это люблю. Но знаете что, приходит тебя иногда в твою голову вопрос такой, и это все? Ну, такой нормальный вопрос, понимаете, как бы да, мне хорошо. Но когда я смотрю на человека, которого, или я слышу про него, что у него семья разваливается, или что он там жизнь самоубийством пытается покончить. Понимаете, то, то что-то здесь, какая-то картина христианства не клеится. Что-то здесь получается совсем не то, понимаете, и иногда ты просто задаешь сам себе вопрос, Бог, вообще, знаешь, проверь действительно мое сердце. Может быть, я настолько устремлен, или я настолько, знаете, на себе сосредоточен, я настолько желаю, чтобы мне было хорошо. Я хочу, Бог, коснись меня, Бог заполни меня, Бог просто все мне, 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 мне. А это вообще не по-царски. Это вообще, знаете, это вообще не, 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 не э, вообще, если ты посмотришь на царство Бога, вообще что это, что это значит, и мы все об этом знаем. Но я не знаю, я, я бросаю себе вызов, я бросаю всем нам вызов. Давайте я не знаю, как мы это сделаем. Я не знаю, у меня нету того, во, нужно делать то-то-то, но я но я знаю, что вот в чем, вот в чем сердце отца. Сердце Отца в погибающих людях. Сердце отца там, где, понимаете, Он там, где, где разруха, там, где тьма. Что толку, что мы здесь светильники собрались в одном месте. А светильник должен светить там, где темно. Там, где тьма, знаете, ну да, но мы не хотим в тьму идти, понимаете, мы боимся, о, друг тьма, друг, это все лошадь дьявола. Это все ложь от дьявола, он хочет, а окей, о, вы собрались, да, о, вы, вы, вы поняли теперь Бога, и теперь другая ложь дьявола. Просто знаете что, а давайте мы теперь закроемся в четыре стенки, и вот тут вы тут делаете хоть что хотите, вы сводите небо тут, вы там пророчествуете друг другу, вы там делаете что угодно, но главное не идите туда. Я не знаю, вот, вот это, это то, что, то, что когда, когда я начал погружаться в сердце Отца, в сердце Бога, вот что я увидел. Я увидел, что Бог, так, так подожди, мы вроде бы это все знаем. Мы вроде бы, э, школа, у нас есть ведение, понимаете. Мы, мы как бы все вроде бы знаем, но ну, и такой вопрос, ну почему мы это не делаем? Я не знаю, может быть, может быть, кто-то из вас это делает. Может быть, вы молодцы. Я я вас, я не знаю, обниму и поцелую Ну просто серьезно, вы, вы вы молодцы. Вы должны тут вообще стоять, а не я. Я нужно сидеть слушать. Серьезно. Но просто, знаете, иногда иногда Богу нужно нас немного притормозить. И знаете, и сказать, окей, подожди, Женя, теперь стоп, стоп, стоп. Останови свою рутину. Останови вот это, знаете, свой график. И теперь встань и посмотри на все со стороны. Встань и посмотри, работает ли это вообще или нет. И это не только к церкви относится, это относится к любым сферам. Если ты бизнесмен, если тебя, или ты там еще у тебя в какой-то другой сфере, это ты везде можешь сделать. Ты можешь стать и просто переоценить все, что ты делаешь, и посмотреть, есть ли в этом прогресс, есть ли в этом жизнь. Мы ну, очень часто, знаете, я за себя говорю, честное слово, первый вот я, бросайте в меня первый камень. Это вот, знаете, вот часто, Бог, я, я ну, я не удовлетворен, знаете, я я хочу больше тебя, я хочу э, мне не нравится это, это это мое состояние, понимаете, мне я хочу больше тебя, я хочу больше и я я не удовлетворюсь, я не за и как бы ну вы все слышали даже ну и меня слышали и, и вас я тоже слышал и в общем-то э, и знаете и потом ты читаешь, допустим, из снова Нового... Читаешь вообще про жизнь Иисуса. Это вообще я скажу, если хочешь, если хочешь увидеть сердце Отца, читай жизнь Иисуса. Просто не просто ее прочитай, как знаешь, ты вот прочитал, и Иисус пошел туда, пришел туда, там исцелил того, а, этого не исцелил, короче, и все, и потом пошел на крест, умер, и все мы спаслись, и, и все, и, и, и закончилась жизнь Иисуса. Но попроси его, скажи, Бог, я хочу увидеть вот это сердце, я хочу увидеть вообще, что в чем, в чем вообще, что тебя влекло, что происходило внутри тебя. И я же говорю, Иисус сравнивает это поколение, говорит: вам, вам пришел Иоанн Креститель, не, не 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 курит, не пьет, не 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 ест, там не ест, не пьет, и вам вы его не вам он тоже плохой. Пришел я и ем и пью и все и все нормально и и, и вам тоже не нравится. Какое, что за поколение? С чем с кем не вас, знаете, да иисус. Ну, знаете, иногда фразы, фразы у, тебя, у тебя как бы уже э, вылетают. Поэтому извините меня. Я крестительный. Мы молимся, Бог, мы хотим идти дальше. Неужели это все? Проверь наше сердце, проверь мой путь, Бог. И, и Бог делает иногда это. Бог, Бог, знаете, как я сказал, Он делает. Мы иногда устремлены, понимаете, достичь какого-то своего духовного уровня. Я сейчас немного скажу о духовности. Это, это другая, другая вещь. Поэтому я прошу, чтобы вы меня поняли правильно. Помните, мы иногда настолько как бы закрылись или как бы закрылись от мира. Вот мы духовные, а они не духовные. Понимаете, что даже иногда, если так со стороны посмотреть, я же говорю, со стороны, это вот, вот это откровение для меня было посмотреть на все со стороны. И иногда ты посмотришь на эту духовность, и тебе такое, кому она вообще нужна? Если, если эта духовность иногда, наоборот, нас начинает ссорить, наоборот, начинают какие-то проблемы происходить, отделяются группки, о, мы духовные, а вы не духовные, а мы такие, а вы всякие. Кому это надо вообще? Что вообще начинаешь думать, вообще понимаешь, что вообще духовность? Ты говоришь, Бог, я хочу быть духовным. Знаете, что, что, что я для себя понял, что духовный человек это наоборот, тот, который становится наоборот самым настоящим человеком, у которого высокие стандарты, я имею в виду э, моральности, любви. У него, понимаете, вот, вот где духовность для меня теперь. Вот где духовность, понимаете, когда, когда я не просто, знаете, вот у вот, 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 вот меня Дух Святой коснулся, там, знаете, там, и, 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 и это вот. А, а вот он стоит рядом, и он стоит, он даже не знает, что происходит. Почему, почему, и, и у него такой вопрос: Бог, а что? Я какой-то не такой. Я что, или почему, почему ты его касаешься, а меня не касаешься? Мы все разные, и знаете, что в теле, в церкви нужны все. Нужны все, нужны духовные, нужны, нужны не духовные, нужны разные люди. Вот почему, знаете, иногда так же само Бог тормозит и начинает просто говорить, вообще, вообще что такое есть, что быть духовным. Я не хочу просто, понимаете, чтобы мы превращались в то, с чем мы когда-нибудь боролись. В то, с чем мы, знаете, мы против такие были, О, религия, зараза, там все, сатана, мы свободны, мы свободны. Ну и, и зачем тебе эта свобода? Зачем мне вот эта свобода? Ну зачем? Ну освободил меня Иисус, освободил меня от многого чего, освободил тебя, освободил тебя. И что дальше ты будешь с этой свободой делать? Ну купи себе флаг и напиши свобода и ходи с флагом, скажи, я свободен, я свободен. Тебе свобода, чтобы ты дарил другому свободу чтобы ты, ты получил освобождение от наркотиков. Теперь ты можешь, имеешь власть над этим духом. Теперь ты можешь, слушать, да, братан, да идем, просто побудь со мной пару дней. Ну, знаете, почему-то у нас дьявол иногда ловит на это лжи и говорит, а знаешь что, ничего не надо делать, Бог сам все делает. Вот духовные люди. Бог сам все сделает. Сиди, ты молись, ты провозглашай, ты пробивай, ты там, ты там все, а Бог сам будет делать. Что-то в Библии нигде такого не нахожу, где Бог что-то сам делал. Всегда были люди, всегда, был, всегда Он избирал кого-то, и он, и он двигался и делал что-то. Знаете, очень я вообще, я, 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 я сказал, как тема называется? Нет, ну не надо. Я, я честно, я ее я написал тему, потом сидел вчера вечером и такой, смотрю, думаю, о, у меня нет названия даже, знаете. И такой, думаю. Э, ну и так, э, потом просто думаю, ну, назову так. Я вообще думал, никак ее не называть. Окей, дальше проповедовать. Если, знаете, если мы. Давайте вот так посмотрим на, на, на себя, на свою жизнь. Если мы чего-то хотим достичь в своей жизни, если, скажем, я, ты или я, мы ставим что-то за цель, скажем, ты хочешь, к примеру, ты хочешь стать доктором? Вот тебя, ты родился, ты, ты любил там уже там на жабах там операции делать. Ты просто ты доктор уже был. Ты там э, э, с, д, с детками своими, там, своими ровесниками, вы там папа, мама, врач, там знаете все эти игры играли. И это вот и, ну в тебе, тебе доктор просто живет. И ты просто э, подходит время, и ты действительно это твое призвание, это то, что Бог, это то, что Бог тебя призвал делать, это, это лечить людей. И я скажу, это, это, это очень большая ну, как бы, как бы, знаете, благодарность докторам, которые представьте, что до чего, слава богу, достигли мы, знаете, что мы имеем, имеем вот такие ресурсы, имеем, имеем хороших докторов. Какие операции они сейчас делают, это просто вообще в Ум даже не вмещается. Сказали бы это когда-то в те времена, они бы сказали, да, закопали и забыли. И вот ты, и ты хочешь стать доктором. Может быть, ты хочешь стать там, я не знаю, кем угодно. Я просто записал доктором. И пойми, весь твой смысл, понимаете, не сидеть на диване и просто говорить: Бог, я хочу быть доктором. Я хочу быть доктором, я сижу, ем чипсы, смотрю передачи про докторов, и я хочу быть доктором. Но ты не станешь доктором. Ну, может, доктором с ума сойдешь, потом знаешь, тебя, тебя куда-нибудь отвезут, будешь ходить в халате, там знаете, в белом халате. И в общем-то ты и ты ставишь это за целью, и ты и ты, ты действительно, у тебя есть план в жизни, ты хочешь, ты вырастешь до определенного возраста, ты закончил школу, ты пошел э, в колледж, ты пошел э, в институт, университет, дальше, дальше, ты, ты у тебя есть эта цель. И смотрите, вот в чем, в чем вообще, если так посмотреть, опять же, на всю эту картину со стороны. Посмотрите, у него есть цель стать доктором, и он, и он, он им станет. Если он, конечно, действительно хочет ним стать. Он не, он не остановится на том месте, и он, он, не захочет всю жизнь учиться, понимаете? Слушайте сейчас, и услышите, что я пытаюсь объяснить. Как бы весь смысл не в том, чтобы всю жизнь учиться, стать подобным ему. Понимаете, весь смысл не просто просидеть, промолиться и попросить Бог, э, вот проверяй мое сердце, Бог, да... я не знаю, еще покажите одного, который действительно такое сердце чистое, что просто ангел, что просто вообще его нужно, поклоняться ему же нужно, уже нужно, же говорит, святой, святой. Но, но его цель стать этим доктором стать этим и вот вот тогда он, как говорится, может испытать, как говорится, вот эти все все, все вот эти, знаете, все чувства то, к чему он стремился, он этим стал. Привет, доктора. Но ну, серьезно, ребята, я не хочу всю жизнь учиться. Я не хочу, я хочу, я хочу все-таки закончить эту школу. Я хочу выйти и, и, и я не знаю, спасать людей неужели смысл просто сидеть и да мы будем учиться и те доктора которых мы знаем они продолжают учиться но это, не, не, это их не останавливает именно а быть тем кем они были созданы это желание нашего отца это желание чтобы, чтобы его дети выросли любого спроси отца или мать я не ход... для тебя цель да вот тебе нравятся маленькие дети но, но это ненормально если ты скажешь, знаешь что не расти. Все, Бог сделает, чтобы он был, остался вот таким карликом, и я буду до старости с ним вот ходить, обнимать, целовать его. Но это, это, ненормальное мышление родителя, ненормальное мышление отца. Вся цель отца, чтобы его дети стали успешными, чтобы его дети не просто прожили эту жизнь, понимаете, но принесли какой-то какой -то, какой, -то, какой -то вклад, какую-то пользу в эту жизнь. Неужели мы не хотим использовать этот потенциал? Неужели мы не хотим? Я не знаю, вы все, ну, не, наверное, не все, особенно те, кто служат на энкаунтерах, Вы четко сейчас поймете, о чем я говорю. Когда ты, когда ты, знаете, ты видел людей, которые приходят на энкаунтер, разбитые люди, разбитые сердца мужчин, разбитые просто судьбы, знаете, ты, ты думаешь, вау, Бог, ты даже не знаешь, что человеку этому сказать, потому что э, тебе действительно нужен Бог. А потом смотришь, проходит два дня, и ты смотришь на этого человека, у него лицо меняется. Подтвердят служителя или тех, кто ездит, там помогают. У него лицо меняется на глазах за два или три дня. Я хочу видеть это здесь. Я хочу видеть это в своем доме. Я хочу видеть это... Понимаете, я хочу видеть этих людей, не просто то, что там я. Я хочу, чтобы мы все, понимаете, весь вот это, вся вот эта тема, смысл ведения. Вообще смысл, есть ли в этом смысл? Иначе, если нет в нем смысла, зачем нам это делать? Зачем нам это проповедовать? Зачем нам эту школу? Зачем нам обучать этих лидеров? Зачем? Чтобы просто повесить себе погоны. Я закончил школу, повесить эту рамку. Если для кого-то это так, то просто, я не знаю, не знаю, у меня, серь... я, 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 я серьезно с Богом отношусь. Я, я приходил сюда не просто, понимаете, просто чтобы мне стало лучше и все. Мы должны вырасти из этого уровня, когда мы просто все для себя, все для себя, все для себя. И может быть, кто-то меня сейчас не поймет. Может быть, ты в таком моменте, где знаешь, где действительно сейчас Бог все действительно для тебя вкладывает. Есть тот возраст. Но здесь в основном люди сидят, которые здесь уже 5, 4, 3 года которые уже, вы знаете, да мы все пастора своих домов, да мы все лидера, да у нас у всех, понимаете, столько Бог уже вложил. Я не хочу оказаться тем, который, знаете, когда пришел этот, пришел, раздал таланты, пришел, говорит, ну вот тебе, Иисус, вот ты мне дал, спасибо тебе, хороший, красивый талант, смотри какой, я его так тер всю свою жизнь, тер, полировал, смотри, какой он четкий, на тебе его назад. Но я хочу просто рискнуть это, я хочу вложить, получится, не получится, я не знаю. Я не знаю вообще, как это получится, но просто у меня на сердце это, и это было, знаете, не просто я там что-то себе сам придумал, там что-то, знаете, когда Бог всегда, Бог всегда что-то что говорит тебе, всегда будет подтверждение со стороны, всегда. Если там тебя приснился сон какой-то, знаете, ты там наел на ночь, оливье, или что-то, или тебе там сон приснился, и ты потом, знаете, э, все, но ну, всегда Бог всегда подтвердит. И Он, знаете, что Он так классно подтверждает, что ты будешь сидеть, и вот такой у тебя челюсть будет падать. Потому что человек, который будет тебе говорить, который вообще не в курсе, что с тобой происходит, вообще не в курсе. И он, и он тебе будет говорить слова в слово просто знаете до такой степени что ты, ты не можешь ошибиться что это был бог или это был не бог. Поэтому мы должны вырасти с этого уровня я хочу вырасти я хочу закончить эту школу я хочу просто нести это царство, я не хочу просто говорить о нем. Я не хочу, да, я, понимаете, может быть, это слово звучит сейчас, знаете, какому-то определенному, как бы определенным лицам. Но я верю, знаете, урожай. Иисус говорил, жатва побелела. Он сказал уже все. Давайте, давайте что-то делать. Интересно, один человек фермер рассказал вообще, что значит жатва, когда она побелела. Вы знаете, что это значит? Когда она побелела, она уже переспела. Он говорит, если ее сейчас не собрать, вот прямо вот сегодня ее не собрать, то все, она уже не нужна никому, ее уже никто не будет собирать. Вот что значит слово «жатва побелела». Не просто она вот побелела и теперь стоит. Но Бог, дай нам мудрости, Господь, просто дай нам мудрости, просто, я не знаю, дай нам смелости. Иногда мы, иногда мы трусы, секунды, мы боимся рассказать о Боге. Мы боимся сказать то, что Бог с тобой сделал. Я когда писал, я вспомнил этот момент. Был когда на прошлом мужском энкаунтере. Такое было интересное, интересное такое переживание, когда я увидел, как Бог работает с сердцами мужчин. Именно я увидел вот это в его глазах, вот эту радость, Понимаете, это, 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 я не знаю, невозможно передать мне на словах, но как он носился от одного к другому, как он просто, он знаете, он как, я не знаю, он просто до такой степени был рад этому, он до такой степени рад был работать с этими людьми, с разбитыми людьми. Я не знаю, это, это просто... Просите Бога, чтобы просто, я не знаю, чтобы Он вложил это нам в сердце, чтобы не просто сейчас я сказал, и там, или еще кто-то сказал, и, и вот теперь, о, надо делать, да, пошли делать. Но молись об этом сердце, молись, чтобы у тебя пришла вот эта боль за вот тех людей. Иногда знаете, как боль приходит. Бог делает тебе встречу с несколькими людьми, которые действительно мучаются. И ты стоишь, и ты просто настолько, твой, твой, Бог позволяет твоему сердцу прочувствовать вот эту боль, что у тебя просто нет слов. Тебе просто хочется обнять этого человека, и, и, и тебе даже, ты даже не знаешь, что ему дать. Богу нравится работать. Я не знаю, если... И вот помните вот этот момент и на энкаунтерах, особенно... Я люблю приводить пример энкаунтера, потому что для меня это, это вот оно, вот оно, царство в действии. Но знаете, что я хочу видеть это не только там. Я хочу видеть тех людей, с которыми не просто ты приехал, да, Бог тебя использовал как сосуд, ты послужил человеку, ты помолился, Бог, Бог через тебя коснулся этого человека. Это, это классно, это хорошо, это то, что мы делаем. Но, ну, ну, ребята, неужели это все, неужели... Неужели мы не можем это делать дома? Неужели мы не можем касаться людей просто так на улице? Неужели просто люди приезжают, которые там с разных штатов, с которых ты раз увидел, потом ты, может быть, их никогда не увидишь. А вокруг нас мы живем. Я считаю, это важнее. Я считаю, быть там, где я живу, быть в том окружении. Я не зря, не зря, не зря Бог сюда тебя, меня поставил. Не зря. Не зря ты живешь там, не зря ты работаешь там, ходишь туда или там общаешься с теми людьми. Это все не зря, пойми. В этом есть замысел Бога. Но мы часто, мы настолько, знаете, сосредоточены на себе, что мы даже, знаете, проходим мимо этого человека. Конечно, он, может быть, ничего нами не говорит, что он нуждается в помощи. А иногда просто остановиться и сказать, Бог, что ты, что ты думаешь об этом человеке? Ну, ты же действительно знаешь Бога. Духовные мои. Мы же с Богом чай пьем. Я хочу жить, я хочу видеть Его в действии. Я хочу видеть это царство. Поймите меня правильно. Я... Просто приходит момент, когда ты уже говоришь, знаете, как enough is enough. Бог, либо, либо давай что-то делай, либо вообще... Ну, ну, в чем смысл? Или, или просто переведи куда-нибудь другой уровень, знаете, как бы покажи нам еще что-то там, какие-то мультики там. У -у -у. Чтобы мы опять 10 лет долбились об стенку, а потом в конце жизни додумаемся, о, а прожили всю жизнь, а вокруг столько людей прошло. Я хочу, когда я увижу Его лицом к лицу, чтобы Он знал, чтобы мне было не стыдно. Чтобы мне было знать, что лучше пусть у меня будут проблемы здесь на земле. Если я что-то неправильно говорю, пожалуйста, подойди и просто э, расскажи мне, как правильно надо. Расскажи мне об этом царстве, расскажи мне о сердце Отца. Пусть лучше у меня проблемы будут здесь, чем вот там. Пусть слушай, у меня будет здесь, знаете, недопонимание или что-то. Пусть я, да, я ошибаюсь, да, я, ну, ну, ребята, ну давайте вырастим просто. Мы же действительно имеем жизнь. Не задавали вы себе вопрос, почему? Ну, ну вот честно, я задавал вопрос и Богу, и, и даже другим людям. Почему? Вот смотрите, опять со стороны смотря. Здесь действительно у нас атмосфера. Ты, ты не можешь, как говорится, сам себе врать. Ты действительно здесь небо открыто. Ну, аминь. Здесь действительно здесь движется Бог. Здесь есть. Здесь тут ты не можешь, как говорится, тут нужно просто либо врать себе, либо же э, вообще как бы быть просто, как бы знаете, э, просто человек, который, знаете, вот первый раз пришел и он как бы еще не знает вообще, куда он попал. Ну а те люди, которые здесь, которые как говорится в этом, то тут ты не можешь врать себе, понимаешь, что как бы здесь действительно, понимаете, здесь действительно есть Бог. Ну, а, знаете, а где, а где тогда люди, понимаете? Почему что никому не нужен Бог? Неужели Бог, неужели Бог это только для определенной группы людей? Неужели, неужели вот это мы вот тут вот будем? Как знаете, вот в эти построили себе каждый себе кущу вот там я там Сергей там Саша там Костик там вот и мы построили себе и мы все это моя куща не забегайтесь сюда то сбьете меня с ног <попаду>, попаду еще в твою кущу но ребята честно честно положа руку на сердце это 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 не это если ты хочешь получать удовольствие в своей жизни если ты хочешь ложиться спать и просто знаешь, что, и думать: вау, Бог, ты, ты живой. Я вижу, как, я вижу, как ты меняешь этого человека. Ты, да, Бог будет через тебя делать, Бог будет через тебя, через тебя, через, через каждого из вас с тобой делать. Если мы действительно шагнем в этом море, знаете, иногда мы, как Моисей, Бог раздвигает это море, Бог раздвигай, все, враги нас уже, короче, на хвосте, раздвигай море. И что Бог сказал? Скажи, а потом, что было первым шагом? Иди. То есть море разошлось, только тогда, когда он начал идти. Когда он стоял, а море, море было, море тоже стояло. Но когда он пошел, пошел шаг за шагом, шаг за шагом, и море открывалось, море раздвигалось. Иногда мы хотим, Бог, вот покажи мне, покажи мне все, весь блупринт, все я хочу видеть. А Бог говорит, ну-ну-ну-ну, я так не работаю. Если, если я тебе сейчас все покажу, я тебе потом вообще не нужен. Ты уже все знаешь, ты уже все выучил, ты уже, тебе уже Бог не нужен. Но нет, Он говорит, иди шаг за шагом, просто иди. Сам Иисус сказал, помните, что Он сказал? Сидите и учите о Царстве Небесном. Но это так в моей Библии, наверное, было написано. Я, я читал, сидите. Но он говорил, идите, ребята, идите, 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 не надо э, выбить это вот это из головы, знаете, что сидите и все. Пусть вот тот тому учит, пусть вот тот проповедует, а я буду вот сидеть. И вот вдруг и вот вдруг мне дух святой скажет, и я приду и возложу на него руки, и он получит свободу. Вот еще один такой момент очень важный. Мы все молимся молитвой, Бог, я хочу познать себя, открой мне мое имя. Ладно, сейчас немножко от... просто я вспомнил про. Знаете, как мне Бог открыл мое имя? Хотите знать? Интересно вам? Ну, помните, мы все, Бог, открой мне мое имя, если не откроешь, все, ты плохой, там я, Яков, я тебя, все, там, или ломай бедро мне, или что-нибудь, но ну, имя мне открой. Ой. И знаете, в одной молитве, это еще было в старом здании в Портленде, и я там, все, Бог, там, вцепился за его, пока не, не отпущу, короче, пока не, не скажешь мне, кто я. Хотите знать мое имя? Нет? Yeah. Вы его знаете, Женя? <laughs> Серьезно? Я молился, я молился, и потом мужской голос мне говорит: "Женя, я". Yeah. Честное слово, я встал, я, я думаю, меня кто-то позвал, знаете, ну как бы, знаете, вот ты молишься, кто-то пришел, там, может быть, что-то надо. Но ну, это, это было, я скажу, один из моментов, когда я слышал голос Бога именно звуком. Понимаете, Бог говорит по-разному. И я, и, 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 знаете, встал, я начал... А потом, знаете, когда, когда это... Знаете, когда Бог говорит, он тебе не просто показывает проблему, он тебе решение от проблемы дает. Так же самое. И это вот... И, и просто... Ну... Чтобы я знал, как меня зовут. О, Иисус. Если мы не знаем, как назову, у нас проблема. <реклама> не дело не в имени, а дело в том, вообще, <реклама> что ты можешь делать, понимаете, что. И, и знаете что? Вот мое откровение тоже, которое я получил. Мы до конца не поймем себя. Мы до конца, понимаете, не сможем... Понять свои способности даже, или даже полноту того, к чему мы созданы, понимаете? Пока знаете что, пока мы не начнем изливать себя другому. О, я хочу, чтобы вот это, вот это, вот вот это немножко. Мы подумали об этом. Если хочешь ты познать себя, начни служить другому. ну, серьезно, знаете, иногда даже аж больно, понимаете, даже за, за себя и вообще за, за все, вообще за все, как бы, ты читаешь о царстве Бога, сколько Иисус там говорил вообще, там, там, там вообще не духовное все, если так почитать, там, там он говорил не духовные вещи, там, отдай рубашку, там, если у тебя две, если у тебя свободная комната в доме, там, прими, прими человека, которого нету комнаты, то есть вообще не духовные вещи, это, знаете, это, это нужно все испортить, чтобы, чтобы вот то не понимать, знаете, что Иисус говорил черным по белому. Так вот же говорю, если хочешь познать себя, хочешь узнать действительно, на что ты способен, Начни служить другим. И я тебя прошу, начни, попроси Бога, не бойся, попросить Его служить тем, кто, которым, может, никто не хочет служить. Хочешь иметь на себе силу Бога? Хочешь носить на себе самое сильное помазание, самую сильную силу, славу. Знаешь что? Проси его, Господь, пошли в мою жизнь людей, с которыми никто не хочет работать. И это не всегда, знаете, у нас, у нас сразу же, может быть, в картине, при, э, в голове рисуется картина, э, какие-то грязные люди, там, знаете, люди-неудачники, хотя это, это да и аминь. Но очень иногда Бог будет присылать тебе в жизнь таких людей, что ты будешь ломать себе голову, и ты будешь действительно взывать к Богу просить, Бог, я не знаю, как Ему помочь. Я вообще не знаю, почему Он пришел в мою жизнь, почему или она пришла в мою жизнь с этой проблемой, с этими, с этими вещами, с этим багажом. И, и ты как бы я тебе скажу, вот где будет твоя сила. Знаете, не, не всегда мы должны кричать, Бог заполни нас своей силой. Мы хотим видеть Твое царство в действии, мы хотим видеть там, короче, чудеса, знамения. Ребята, вот где смысл ведения. Его не будет, если не будет любви к людям. Вот там, к людям. Здесь мы притерлись друг к другу. Здесь мы уже друг друга выучили. Я уже знаю, допустим, примерно, что тебе можно говорить, что тебе не можно говорить. Или там, знаете, я знаю твой характер, я знаю, если, если что-то, ну, как бы, все понимаете, о чем я говорю. Ну а как насчет пойти туда? И я, я честно вам говорю, я не знаю, как это будет. Но это будет. Я вам, я вам гарантирую, что, что хватит, понимаете, просто сидеть. Я не знаю, мы будем с вами собираться. Я не знаю, давайте будем делать какие-то, э, как бы не знаю, вместе собираться. И будем, когда мы начнем просто, когда это станет нашей целью, вообще вот это ведение. И это все у нас есть, ребята. Это, это вообще фундамент центра трансформации. Это вообще фундамент этого места. Просто иногда мы заигрываемся в церковь, иногда мы сосредотачиваемся на каких-то вещах, которые мы можем, понимаете, потрогать, которые мы можем, знаете, посмотреть и сказать, вау. Но, понимаете, весь, весь смысл ведения – это сердце, иметь сердце вот это. Ведение без сердец, наполненных любовью к людям, теряет смысл. Вот моя тема. Хочешь, хочешь иметь ведение? Проси у Бога, чтобы Он наполнил твое сердце, любовью к людям. И знаешь, как Он будет наполнять? Не думай, что это опять очередной раз ты сюда в четверг придешь, и мы тут поколбасимся, и ты уйдешь отсюда, такой, а, все, тебя наполнены, наполнены любви к людям. Но no, Бог будет просто в твою жизнь послать этих людей. И все зависит от тебя. Все зависит от тебя. Примешь ли ты их, или ты просто скажешь, "Ну, ну, 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 я не хочу пачкать свои руки. Я не хочу свой фонарик, понимаете, чтобы на нем были кровавые, понимаете, следы битвы, понимаете, следы, там, он, я хочу, чтобы он у меня был чистенький, лежал вот такой, знаешь, и вот когда надо, вот мы когда собираемся, и мы будем фонарики включим, и мы будем тут прыгать. Jesus is King. Поймите, смысл ведения – это не насчет нас. Все, все вообще вокруг, ребята, забудьте за себя. Вот где настоящая смерть для себя. It's not about you, it's not about me. No, Хотя так хочется, Бог, заполни меня, коснись меня, открой мне сновидение меня. Знаете, и, очень, и у меня был тот период, когда просто Бог паковал такие вещи, показывал ненормальные, которые иногда, я даже иногда боюсь рассказать. Но потом все, как говорится, Бог, опа, ставит тебя на ручник. И что ты теперь будешь с этим делать, браток? Что ты теперь будешь с этим делать? Ну, купи еще один флаг там, себе в руки. Не знаю, может быть я как-то неправильно говорю, вы уж извините меня, но просто я, я, я не хочу вам тут, знаете, одно и то же говорить, понимаете, каждый, каждый раз там с разных, знаете, ходов, выходов, знаете, об одном и том же. Если нам не о чем говорить, давайте лучше вместо, вместо станем все вместе, поедем куда-нибудь, там, не знаю, но ну хоть за одного человека можем помолиться. Ну хоть одному можем рассказать о Боге. Приведем его, поклонение проведем, все. А теперь, Господь, мы берем эту атмосферу и идем туда. Так что я вам уже рассказал, что не, не удивитесь, если тут что-нибудь сотворят. Возьмем видеокамеры, возьмем все отделы с собой. Вот там будем, вот там будем ходить. Серьезно. Серега, перед нами предстоит эта работа, я хочу, я хочу работать уже, хватит мне в этой школе сидеть на второй год, на второй год, на второй год. На второй. Ты уже как бы идешь назад, знаешь, с, ты уже должен был graduate, знаешь, а ты пошел, а ты, а ты как бы, как будто, стоп, подожди, что-то я назад иду. Ну, не, не напоминает никому духовным, духовным не напоминает, мне надо было себе тему назвать как-то, это не по-духовному. Давайте же, говорю, рискнем. Давайте попробуем. Давайте расскажем о своей свободе. Ну и чем будем просто наслаждаться своей жизнью и все? Хотя это все будет. Я говорю, Бог говорил, ищите прежде всего чего мое царство. Ой, Господь, мы не знаем вообще, что твое царство. Вообще не знаем. Вообще не знаем. Если знаете, посмотреть, я что-то пропустил. Если знаете, посмотреть. Давайте вот так вот опять же со стороны возьмем и посмотрим на свою жизнь с позиции вечности. Вот по давайте вот посмотрим на свою жизнь. Вот просто. Э именно что ценно будет вечности подумай когда ты когда ты перешагнешь эту черту что что тебе будет как говорится самый больше э, что тебе принесет больше самый больше всего удовлетворения в этой жизни ты думаешь то что ты заработаешь там несколько миллионов купишь себе несколько домов крутые машины это все пройдет, все сгорит, Чик, и нет. Я не говорю, что это не надо, но это надо. Это, я так скажу, очень важный момент в жизни христианина, но это не главное. Представь, когда ты можешь просто дарить людям жизнь. Представь, если, ты, если мы с вами начнем вкладывать, именно смотреть на жизнь с, как бы, с, с, с позиции вечности. Что будет вообще? Мы вообще бы у нас поменяются, поменяются взгляды на жизнь. Мы вообще переоценимся и думаем, Бог, вау, а мы, а мы тут в жизнь играем. А сердце его, понимаете, сердце отца. В прошлый раз я читал эту историю про блудного сына. А сердце отца, наоборот, он видит этого сына разбитого. Он видит этого, который, да, поступил неправильно, да, все про проиграл, все прогулял. А сердце отца еще больше, еще больше наполнено любви. Вот почему его имя святой, понимаете? Потому что он не такой, как мы, понимаете? Потому что в, нашем, в наших глазах мы бы... О, ну все, теперь я буду с тобой поаккуратнее, знаете, я теперь тебя поставлю в свой черный список. Но, а Бога имя. Понимаете, интересно, что если посмотреть, и я как-то посмотрел вообще некоторые слова такие заучены. Я иногда люблю смотреть именно в оригинале, что они значат. И знаете, что значит святой? Это вообще, честно, я скажу, меня, меня это шокировало, когда я узнал. Это вообще не имеет в виду отношения, там, как мы там как мы живем, понимаете, там, я вот не грешу, я там вот пощусь, молюсь, я, но весь, весь перевод слова был, что он не такой, как кто-либо вообще другой. Что он другой. Вот это другой. Понимаете, вот, вот, чем, вот чем я как бы к этой теме именно вот это имя понравилось, потому что он совсем другой. Он смотрит на человека, и он, и он не видит в нем, понимаете, там разбитого там, наркомана или еще кого-то потому что Он другой, не такой, как мы. Он, он просто, у Него вот эта любовь, понимаете, которую просто невозможно. Ты будешь о ней рассказывать, рассказывать, и все равно не расскажешь. Как я хочу, как я хочу, чтобы действительно мы стали, мы стали подобными Ему. Давайте помнить наше имя. Мы, я же, как я уже сказал, вообще центр трансформации. Вообще здесь есть фундамент. Давайте просто строить на нем. Давайте действительно, знаете, давайте будем теми людьми, которые поверят в это, возьмут это и пойдут и используют, и применят это в жизни. Ну, если не сработает, но хотя бы мы уже будем знать, что оно не работает. Понимаете? Ну, давайте возьмем это ведение, давайте именно поверим в него. Понимаете, именно будем просить Бога, открой вообще смысл этого всего. Я, я хочу, чтобы, знаете, центр трансформации, это не просто, знаете, вот центр, где там э, вот пастор Андрей Шаповалов, там, э, короче, там то, 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 знаете, как всегда ассоциируется. О, а вы в какую церковь ходите? А, в ту, а там пастор, а кто у вас пастор? А, пас... Ну, знаете, как, как люди определяют обычно. И они сразу тебя ставят, окей, значит, ты, ты такой, там, те баптисты, те, там, те, те, такие, всякие. И мы всех положили по, по полочкам. Ну давайте действительно, я хочу видеть вот эти трансформ... трансформации. Я хочу видеть людей, которые заходят, и которые не просто зашел, посмотрел, о, ну, музыка нормальная, классно, вы тут, я смотрю, у вас тут что-то происходит. И, и как зашел, так и вышел. Но если, поймите, если он уже попал, или она попала в эти сети, понимаете, тут теперь уже наша работа, понимаете, взять человека и не просто сцепиться в него, и сказать, все, попробуй уйти, мы тебя, мы знаем, где ты живешь, мы тебя, мы тебя там вытащим с преисподней. Но давайте, давайте действительно, поймите, когда это будет у нас в сердце, вот, вот, вот смысл, смысл это вот там, это не вот здесь. Смысл это вот там вот, когда у тебя есть сердце, когда тебе не все равно, понимаете, эти люди, когда тебе, когда тебе не все равно, что происходит, в этом, происходит за этими стенами. Я хочу видеть людей, которые трансформируются в хорошую сторону. Я не хочу видеть, когда наоборот. Иногда думаешь, вообще какую-то другую сторону непонятную трансформируется. Церковь Христа – это сердце Отца на этой земле. И давайте жить так, не просто, не просто говорить об этом. Я расскажу одну историю. Я, наверное, делился ей с кем-то. Просто мне понравилось, знаете, про одного пастора. Был день у него, когда его, это большая была церковь, я не помню, там полторы или там две с половиной тысячи людей. Может быть, кто-то читал это на интернете было. И Должен был быть день, когда его ставили в пастора, понимаете, когда там как-то, это я по-английски читал как inauguration, то есть когда тебя как бы, ну вот с этого дня там, я не знаю, рукополагают там или что делать, без, без разницы. И вот был этот день. И что интересно, этот пастор сделал, он взял, переоделся в бомжа. Он переоделся в бомжа, и он ходил, и знаете, как люди, большая церковь, это большое здание, трафик, там, воскресенье утром. И он просто ходил и просил у людей, ну дайте, дайте там пару копеек. И он и он пишет, что ему никто не дал, никто не дал. Многие даже вот так, когда видели его, переходили, обходили другой стороной дорогу, потому что не хотели с ним встретиться. Потом начало, началось служение, и он зашел в церковь и пришел, сел на первый на первый ряд. Пришли ашеры и говорят, браток. Тут reserved. Видишь? Пошли назад. Он пошел, сел назад. Прошло все служение. И тут вызывают: Окей, мы хотим вам представить нового пастора. Там, вот, давайте, при пригласим такого-то человека. И выходит бомж на сцену. Прикиньте, какой позор. Он пишет, что люди прятались там, в прямом смысле слова. Они не могли, они не могли, их настолько, понимаете, они просто, знаете, и и он вышел, и он им прочитал там из Матфея там где знаете, я был наг, вы не одели меня, я был голоден, вы не накормили меня, пошли отсюда, я не знаю вас. И знаете что, он он, он не захотел быть пастором. Интересно, знаете, и, и, и это просто 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 история. Ну вот вам картина, я скажу так, в основном христианство как не прискорбно окей okay, давайте мы просто встанем я сейчас хочу еще один момент сделать. Знаете, я люблю читать свое посвящение. Я люблю читать то, что э, когда я был на своем энкаунтере, это было, э, по-моему, пять лет назад, когда я, э, когда я действительно, я серьезно сделал этот шаг к Богу, когда я действительно посвятил Ему свою жизнь, и я Ему отдал ее и сказал, Бог, я действительно хочу, чтобы Ты меня использовал. Я больше ничего не хочу, но я хочу прожить жизнь, ту, которую ты хочешь, чтобы я прожил. И я сделал это честно. Я сделал это честно, и я до конца своих дней продолжаю, буду продолжать искать Бога, продолжать искать Его лицо, продолжать молиться, продолжать двигаться. И интересно, я вчера сел и просто прочитал опять свое посвящение. И там в самом конце, там в самом конце есть пару предложений, которые я просто хочу прочитать. Просто закрой свои глаза, ты можешь, если хочешь, можешь повторять за мной, не хочешь, просто послушай. Я не сдамся, я не замолчу, не ослабею и не сгорю, пока не закончу проповедовать, не закончу молиться, пока не заплачу свою цену, пока не соберу весь урожай и не выстаю со Христом до конца. Я ученик Иисуса Христа. До его прихода я должен продолжать идти вперед. Я должен отдавать, пока имею. Проповедовать, пока все не познают его. И трудиться, пока он не остановит. И когда он придет забрать своих, ему нетрудно будет узнать меня. Потому что я тот, кто посвятил свою жизнь тому, чтобы быть одним из тех кто твердо решил идти до конца. О, Иисус! О, Отец, мы просим Тебя, Господь. Дай нам свое сердце. Дай нам свое сердце, Бог. Дай нам свое сердце, Бог, которое просто будет биться внутри нас, Бог. Меняй нас, Бог. Мы твои, Господь. Спасибо тебе, Отец, что ты продолжаешь менять нас. не знаю, честно сказать, как, как, как это все будет. Но я, честно сказать, я готов спасать людей. Бог достаточно уже сделал во мне. Бог недостаточно уже открыл. И что интересно, я с некоторыми людьми уже, я, я навел контакт, Интересно, что даже по телефону говорят с тем человеком, который разбитый человек. Я, ве, я верю, вы скоро его увидите здесь. Который просто в шоке, что кто-то еще о нем помнит. Он в шоке, он не может понять, почему я ему звоню. Я ему говорю: слушай, я не знаю, но ты у меня на сердце. Я не знаю, я говорю, я говорю, я, давай с тобой встретимся. Мы сделали с ним встречу, мы сделали на этой неделе с ним встретимся. Уже до этого встречались просто. Это тот человек, который действительно, я же говорю, когда Бог тебе дает пережить вот эту боль, именно человек, который мучится. Да, тебе хорошо, ты на по той стороне моста. Ты в свободе, ты, тебя сплошна, сплошная жизнь, аллилуйя. А кто-то живет в аду. А ты и я, мы церковь Его. Мы действительно церковь Его. А церковь Его предназначена разбомбить те врата ада в дребезги. Не только на словах, ребята, не только на словах не только на словах. Я хочу видеть вот этого дьявола постыженным. Я хочу просто видеть, когда, когда люди меняются, когда люди отдают свою жизнь Богу. Когда последний раз здесь кто-то жизнь Богу отдал? Хватит играться, хватит. Молитесь об этом, сердце. Я, я говорю, это, знаете, иногда такой болезненный момент, потому что ты как бы пер по этой дороге, и тут Бог тебя, опа, 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 Женя, тормози, 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 иначе я тебя потом не догоню, ты уже будешь духовнее, чем я сам. Весь смысл не о тебе, Женя. Весь смысл вообще не о тебе. Да, когда-то это было, когда ты был вот таким маленьким ребенком, ходил, и я как маленький папа брал тебя, обнимал, целовал, я тебе рассказывал, какие мечты у меня для тебя, я тебе показывал все это вот. Но теперь, слушай, сынок, ты уже вырос. Я не могу, я не могу с тобой, понимаете? Все равно, да, он мой папа, я его сынок, где-то это никогда не уйдет. Ну, а теперь он говорит, знаешь что, теперь знаешь что, я хочу, чтобы я через тебя приводил других своих сыновей. Весь смысл христианства, ребята, вот он. Если мы это не поймем, забудь за все остальное. Выкинь свою Библию, спали ее, и, не знаю, если у тебя микрофон в руках, разбей его вот в эту стенку и, и вообще иди, лови рыбу. В прямом смысле слова. Аминь. Благословение все вам, ребята. Я, 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 честно тебе сказать, я вон, мы с некоторыми уже об этом говорим, уже это не, это не то, что, знаете, там вот там вчера я там придумал или что. Это, это действительно Бог что-то делает, Бог меняет. И мы будем, я не знаю, как мы это будем делать, но мы будем, давайте будем открыты к этому движению Бога вот там. Вот там движение Бога. Поэтому я не знаю, как мы это будем делать. Мы давайте, мы, нас тут не так много предложений у кого есть. Может, кто знает людей, которые действительно мучаются. И если ты не можешь им помочь, подойди к нам, скажи, слушайте, ребята, есть человек, давайте поедем, давайте поедем его навестим. Или давайте пригласим его себе домой в гости. Вот в чем весь смысл христианства. Если ему нужна какая-то помощь другая, не просто, поймите, иногда проповедь это не просто э, тебе рассказать об Иисусе. А иногда проповедь дать человеку какой-то второй шанс. Иногда твоя проповедь, просто видишь человека, у которого проблема дома, там, я не знаю, у него может там крыша течет, пошел, сделал. Может, у него там еще что-нибудь. Если у кого-то из вас может быть есть какая-то проблема или есть там или нехватка денег или что-то, будьте открыты, по, знаете. Да, давайте будем как дома. Но честно, я вот готовился к этой теме, я настолько радовался именно, что. Знаешь, когда ты думаешь, вау, действительно есть что-то новое, есть что-то что выше. Хотя это, это знаете, у, в царстве все наоборот кажется выше, а ты идешь ниже. А тебе нужно одевать, как Иисусу, знаете, перепоясываться и мыть ноги ученикам.